Сегодня в программе. Он так, знаете, взял меня за руку и говорит, мама, ты должна знать, что ребенок, которого воспитывает Оля, это мой сын. Семен Розанов считает, что пятилетний Иван, рожденный в браке с его женой Ольгой, не его сын. Семен со школы дружил с Игнатом Федоровым. У них был совместный бизнес. Но полгода назад Игнат разбился в ДТП и перед смертью признался своей матери, что Ольга родила сына не от мужа, а от него. А эти, ну вы посмотрите на них, на этих женщин. Тетки, нет у вас мужей, и вы только и знаете, что интриги плести. Вы же педагоги, вам вообще не стыдно. Не Наталья Арефьева. Учительница работает в женском коллективе. Когда в школе появился молодой красавец физкультурник Антон Власов, Наталья ответила на его ухаживание. В итоге женщина забеременела, родила ребенка, однако любовник не хочет признавать сына. Антон утверждает, что между ним и Натальей вообще не было никаких отношений. слушается гражданское дело по иску Розанова Семена Григорьевича к Розановой Ольге Владимировне об оспаривании отцовства в отношении Розанова Ивана Семеновича, которому сейчас пять лет. Ответчик с иском не согласна. Семен Григорьевич, почему вы сейчас, мальчик уже пять лет, решили оспаривать свое отцовство? В свидетельстве о рождении в графе отец Розанов Семен Григорьевич. Пожалуйста. Ваша честь. Дело в том, что у меня был друг, давний друг, мы дружили с детства. Мы были очень хорошими друзьями. 17 лет, э, он, он познакомился с девушкой, начал встречаться, женился на ней. Была девушка Лида. У Лиды была сестра Ольга. Ольга теперь моя жена. Так получилось, поскольку мы дружили в компании одной, то завязались отношения. У нас с Ольгой, у Игната завязались с Лидой. Мы были очень близкими друзьями. И совсем недавно я узнал, что мой пятилетний сын Ваня на самом деле не мой сын. А вы при каких обстоятельствах об этом узнали вообще? Уважаемый суд, дело в том, что вот друг мой Игнат, он погиб в аварии. У нас фирма, мы занимаемся бизнесом, и когда случилось ДТП, мы сразу нашли хороших врачей, пытались помочь, но, к сожалению, ничего не получилось. Иван э, Игнат умер. Он был действительно очень хорошим человеком. Он помогал детским домам, причем не словом помогал, а помогал реальным делом. Он приезжал, давал денег, организовывал какие-то мероприятия. Он действительно был хорошим человеком, и я в чем-то хотел быть на него похожим. Но, как выяснилось, совсем недавно я услышал, как мой пятилетний сын называет маму Игната, тетю Нину бабушкой. Я удивился. Я подошел и спросил у нее, в чем дело. Она объяснила то, что перед смертью, оказывается, Игнат ей сказал, то, что Ваня это его сын, сын его и моей жены Ольги. Я обратился к жене, но она все отрицала. Можно mm -hmm. было сделать тест на отцовство и не приходить сюда, но она не захотела. Можно было. Почему ответчик не захотели? Что скажете? Ну, в первых Зачем вы в суд пришли? В ответ не согласны. У нас не было никаких отношений с Игнатом. Я не знаю, что тебе пришло в голову. Зачем ты это все затеял? Никакого романа у меня с ним не было и быть не могло. Он не только был лучшим другом моего мужа Семена, но и моя сестра Лида была женой Игната. Она Игната любила так, ну, суть, знаете, безумно, конечно, заботилась не о нем. А тут я ее мужа соблазню, буду ломать жизнь своей сестре. И к тому же вы просто Игната не знали. Игнат был очень светлый человек. Зачем поганить его память? Ваша честь, просто я хочу, чтобы вы понимали, своего мужа я очень люблю. А Игнат, как мужчина, меня никогда не интересовал. Но к нему все тянулись, все. Знаете, бывают такие редкие, особенные люди. Когда Игната не стало, столько людей писали, приезжали. Все его теперь вспоминают только с любовью. Но поверьте, ваша честь, не было у нас ничего с Игнатом. А Нина Геннадьевна, Мама Игната, она, вероятно, что-то напутала. Тест я отказалась сделать. Ну, потому что меня действительно оскорбляют беспочвенные подозрения мужа. Прошу вызвать свидетеля мою сестру Лидию. Она подтвердит, что мужа своего это я люблю. ребенка. Это вдова Игната. Да, это моя сестра, вдова Игната. Она подтвердит, что своего ребенка я родила от мужа Семена. Да, Федорову Лидию, пригласите, пожалуйста. Ну, да. Лидия, здравствуйте. Лидия Владимировна, а как вот вы относитесь к словам истца? Он утверждает, что ваш покойный муж Игнат является биологическим отцом Вани. Ваша честь, извините, пожалуйста, мне немного сложно говорить сегодня, потому что весь этот суд, весь сегодняшний день, это большая трагедия для нас. Мы, мы просили, мы пытались Семену просить не делать этого, не выносить ничего, уже когда человека нет. Да и какого человека, понимаете? Это был такой светлый человек, у нас были такие отношения. А я не могу себе просить того, что я даже не попрощалась с ним, понимаете? Я была в Испании по путевке. Я только на похороны успела. Мы, мы с института вместе. И Мы всегда доверяли друг другу. Мы так договорились. Он мне сам сказал: Лид, все может быть жизнью, но поверь, единственное я всегда будет честен с тобой. Он мне сказал бы, понимаете, он сказал бы мне, если бы это был даже ребенок, это не то не вещь. Uh -huh. Я не понимаю, просто как можно. Он уже лучшим другом тебя считал. Ну как ты мог поверить ребенку, оговорившемуся в это? А? а как я мог не поверить, уважаемый суд? Пригласите, пожалуйста, моего свидетеля, Нину Геннадьевну, маму Игната. Пусть она пояснит, что так ли она поняла или не так, там объясни всю ситуацию. Да, Федорову Нину она Геннадьевну здесь. пригласите, пожалуйста. Давай сделаем Как тест, тебе в голову было? вообще пришла мысль, что это не твой ребенок? А как мне могло не прийти в голову? Ты сама видишь. А можно может было недоразумение решить был не просто, не просто без суда. Можно как было решить думаешь? просто. Здравствуйте, Нина Геннадьевна. Где? Нина Геннадьевна, а почему вы решили, что Ванечка ваш родной внук, сын Игната? Ваша честь. Я не сошла с ума в связи со смертью сына и не цепляясь вот за, как бы за последнюю соломинку. У меня сын был необыкновенный человек. Я сама у него многому училась. И знаете, он был очень сильный, он меня научил быть сильной. И, конечно, вот эта трагедия, которая у нас случилась в семье, это для меня такое большое горе. Но я все-таки смогу, наверное, все это пережить. И в последний день в больнице, когда я уже была... И он так, знаете, взял меня за руку и говорит, мама, ты должна знать, что ребенок, которого воспитывает Оля, это мой сын. Я, знаете, я сначала даже ничего не поняла. Я понимала, что он уходит, что это вот последние прямо минуты, наверное, его жизни. Я смотрю на него пыталась переспросить, а он говорит да, ты знаешь я вот изменил своей жене Лиди Солей, и она родила ребенка, поэтому вот да. Вы знаете, я, конечно, потеряла речи, а он уже не мог говорить, закрыл глаза и говорит я тебя попрошу только об одном позаботься о моем сыне. И никому ничего не рассказывай. А через час его не стало. Ну вот я дала ему слово, ничего никому не рассказывать. Он вас попросил, да, хранить да, это в да, тайне. да, да. Почему вы тогда решили эту тайну раскрыть? Вы знаете, я молчала долго, ничего не говорила, потому что ребенок, я понимала, что ребенок живет в достатке, что у него все есть. Потому что фирма моего сына Игната э, перешла к его совладельцу лучшему другу Семену и мальчик ни в чем не нуждался и когда меня сын просил чтобы оказать какую-то помощь он не говорил о материальной помощи он говорил о том чтобы любить его заботиться о нем ну и потом у них с Лидой детей не было вот Ванечка это вот как знаете моя кровинушка конечно я э, не могла даже ради него кому-то что-то рассказывать да и потом вот что рассказывать Оля жена лучшего друга Семена. Лида моя невестка. Зачем сорт из Азбы выносить? Поэтому я молчала. Но меня, знаете, тянуло к Ванечке. Тянуло. И я стала часто навещать их семью Семена с Олей, потому что мне очень хотелось видеть Ванечку. Угу. Все понятно. Давайте послушаем интервью Ивана с психологом. Вань, скажи, у тебя много друзей? Нет, мало. Почему? Потому что я хожу в садик. А на площадке ты с кем-нибудь дружишь, играешь? Да, играю, дружу. А бабушки, дедушки у тебя есть? Да есть, бабушка Катя и бабушка Нина. А кто тебе сказал, что бабушка Нина твоя бабушка? Сама бабушка Нина. Сама сказала? Да, сама сказала. Но это секрет. И ты никому об этом не говорил? Нет. А нет. бабушка Катя знает, что бабушка Нина твоя бабушка? Да. Когда знала, она очень рассердилась. А почему? Потому что они не могли разделить маленького мальчика. Тебя, да? Да, да. А мама тоже а, рассердилась? Да. Да, я сказала Ванечке что я его бабушка, но мне очень хотелось, вот, чтобы он, ребенок, знал правду. Я ведь не думала, что э, мать Семена поднимет такую бучу, так отреагирует. А он... Мне, у меня ведь один, у меня больше никого нет. Поэтому я... Мне очень хотелось, чтобы он знал правду. Извините, простите меня, пожалуйста. Да какой он вам внук, Нина Геннадьевна? Я к вам очень хорошо отношусь. Вы, вероятно, что-то напутали. Или, может, перед смертью у Игната разум помутнился. Ваша честь, я была верна своему мужу, а Игнат своей жене. Уважаемый суд, пригласите, пожалуйста, моего свидетеля Юрасову Жанну Юрьевну. Это была личный секретарь, доверенное лицо Игната Покойного. Вот пусть она пояснит, Семен. что ему было скрывать от вот меня, либо от своей от своей жены. Ну ты что? Ну ты нашел кого спрашивать? Ну ты что, Жанна. Она доверенное лицо. Кто, как ну, не она, могла знать? Доверенное ты лицо? думаешь, он тебе что ли будет все рассказывать? Должен ну, быть же посторонний же человек. Жизнь, то есть в данном плечи, случае была то она. То есть он с ней поделился со своим секретарем. Да, да? уважаемый суд, Ты... да. Она независимое лицо, она не родственник. У нас его жанра. не могла рассказать ничего, она никакого секретаря. Доброго никого никогда не сказал. И все разногласия, хоть какие были у нас с ним, только из-за нее. А взял он и только потому, что они с детства друга знают. Она так, специалист. Не но, но если бы даже взял, не была бы специалистом, он бы ее уволил. Он бы не оставил ее работать. Так что она специалист. И всем помогает. Жан, здравствуйте. Проходите, пошли так Вставайте. Жанна, расскажите по суду, что вам известно об отношениях вашего бывшего покойного шефа Игната с Ольгой соответствуйте по делу. Ваша честь: я проработала помощницей Игната много лет. Я знала все о нем и он всегда шутил. Он мне доверял больше всех и всегда шутил, что женщины приходят и уходит, друзья предают, а ты, Жанка, моя каменная стена. Мы познакомились с Игнатом еще на первом курсе института. Мы учились вместе, а Лида была на два курса младше нас. Мы очень... Роман Игната и Лиды начался на моих глазах. Мы часто встречались в учебное время в компании, так как мы дружили. Uh -huh. И Лида брала с собой свою младшую сестру Олю. Но уже тогда было видно, что Оля по уши влюблена в Игната и страшно завидует своей сестре. Uh -huh. То есть вы хотите сказать, что у них завязались отношения у Ольги Игнат еще до того, как он женился на Лидии нет, на Ольгиной сестре. Нет, нет, нет. Игнат никогда не обращал внимания на эту малолетку. Она на была... Лидию. На... Не на Ольгу. И на Ольгу. На Ольгу. Он безумно любил Лидию. И я могу это подтвердить. Он всю жизнь ее любил, только Лидию. Но Оля этого не понимала. Она думала, что таким образом. То есть, она видит сами, что она девушка очень красивая, яркая. А Алида, ну попроще. И она думала, что таким образом, если она там выбылит свою грудь и накрасит губы, она может каким-то образом э, понравиться Игнату. Но на самом деле Игнат никогда никакого внимания не обращал на внешность. Его всегда интересовало, что внутри человек. А Ольга, когда ей только исполнилось 18 лет, она сразу же выскочила за лучшего друга Игната. Но Семен, в отличие от Игната, на Ольги на прелести всегда внимание обращал. Э, и кроме них ничего не видел. Он даже не замечал, что она влюблена в его лучшего друга, как бешеная кошка. Да замолчи ты уже, злобная гадина. Я знаю, ты нас сестра всегда ненавидела. Сама говоришь тут, что его был, была его другом. И тут же его на всех углах грязью поливаешь? Я Игната грязью не поливала. Вот не надо переворачивать это все. Я всегда хорошо относилась к Игнату. Он, между прочим, был единственный человек среди вас всех, который был нормальным человеком и настоящим другом. Он был вашим работодателем, прежде всего. Да, конечно, mm -hmm. бесспорно, он был моим работодателем. Mm -hmm. Но у нас с ними были с института очень дружеские, близкие отношения. В общем, когда они там все переженились, она чего только не делала, чтобы прыгнуть к, к Игнату в постель. Ну и в итоге, ваш честь, она один раз этого все-таки добилась. У них с Игнатом случилась близость. Правда, это случилось всего один раз, и Игнат из-за этого по, по этому поводу очень сильно переживал. Он себе места не находил, ему было не очень неудобно перед Лидой. Я же вижу, что с ним что-то происходит. Я подошла и говорю: Игнат, что случилось? Ну, он мне тут все и рассказал. В общем, а потом Ольга пришла к нему и потребовала от него, ну, сказала, что она беременна, и потребовала развестись с Лидой. Ну, конечно, она получила отказ. Потому что Игнат, я же еще раз говорю, что Игнат любил Лиду. И он сказал, что я своего ребенка, конечно, не брошу, я буду о нем заботиться. И что он делал каждый месяц, исправно и щедро? Он каждый месяц, я сама лично пересылала Ольге деньги. А сейчас почему-то Ольга делает вид, что этого всего ничего не было. Ну, понятное дело, Игнат умер, а Семен жив и здоров, является руководителем фирмы и тоже Друзья, благодаря Друзья. Игнату, между прочим. Ой. А у вас общий был бизнес, да? Да, уважаемый суд. У нас был угу. общий бизнес, то есть мы руководили, и после смерти Игната, получается, фирма стала моей. И теперь Жанна уже, как работает у меня в фирме, уже, по сути, моим помощником. Ваша честь. Я поняла только сейчас, что Жанна сама была влюблена в Игната все это время, а сейчас в своей... Стилистики поливают все грязью, своим ядом, желчью. Она а с она просто поссорить хочет. Да. Мы здесь не мои чувства обсуждаем, Похоже они здесь на, никого да. не касаются. То, что я любила Игната, да, но я, в отличие от твоей сестры, никогда не пыталась перейти тебе дорогу. Спасибо. Ваша честь, Игнат мне сам Другой. неоднократно жаловался, что Оля насильно заставила его с ней переспать. Это на самом деле звучит абсурдно. Но я Скажите, понимаю. пожалуйста, он вам про обстоятельства этой интимной близости рассказывал? Да, конечно, конечно, я была в курсе всей этой ситуации. Значит, случилось это таким образом: Семен был в отъезде по делам фирмы, а тут Оля звонит Игнату и начинает кричать в трубку, что к ней ломится какой-то пьяный мужик, что ей страшно, полиция отказывается приезжать. Ну, Игнат, естественно, сразу собрался, приехал. Естественно, мужика уже никакого не было. Она начала плакать, говорит, что ей страшно, пожалуйста, останься, а поехать к сестре ночевать она не могла, потому потому что у нее завтра, видите ли, Жека придут менять газовую плиту, поэтому она попросила остаться Игната с ней переночевать. Ну, естественно, что у них случился секс. А это было два, в конце января, я точно дату не помню, а 24 сентября у нее родился Ваня. Приезжал к вам Игнат, ответчик? Ну да, я звонила. Игнат приезжал. Об этой истории все знают. Но мы с ним не спали. Он приехал, посидел со мной и потом уехал. Как ты вообще можешь по что-то подобное утверждать? Вот ты что, свечку держала? Нет, свечку я не держала, но после по того, как держала. у тебя родился Ваня, ко мне подошел Игнат и попросил меня найти хорошего юриста по семейным делам. Вот зачем это спрашивается? Ваша честь, у меня есть доказательства, в которых скрины переписки юриста и Игната, где он консультируется с юристом по поводу своего небрачного ребенка. Вот тут написано, у меня родился сын вне брака, меня интересуют его имущественные права при условии сохранения тайны его рождения. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, через пристава. Угу. Спасибо. Да, действительно, переписка такая есть. Ну что, Ольга, по-прежнему будете отрицать, что у вас были близкие отношения с покойным Игнатом? Ну, были, были. Все. Теперь все довольны. Только не надо тут из меня чудовище сделать, как будто бы я насильно заставляла Игната со мной спать. Я ему всегда нравилась. А на Летке он женился, потому что она его достала. Хочу замуж, хочу замуж. Мне тогда всего 18 лет было. Не мог на мне Игнат жениться. И притом спал со он очень даже и охотно. Не обольщайся, сестричка. Ты не тот человек, которого он любил. Один раз ничего не значит. Хочешь, правду скажу? Он тогда же мне все и рассказал. И поклялся мне, что он никогда, никогда с тобой не будет наедине. Никогда, ни разу в жизни. Какая ты гадина, я прекрасно знаю. Лучше других. Ну, все понятно, собственно говоря, ни, 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 Геннадию, ничего не показалось. Только зачем надо было все это устраивать-то? Так что вот, Оля, значит, собираешь вещи и уходишь, забираешь своего сына, свои вещи, чтобы духу твоего здесь не было. Все понятно? Оленька, не переживай. Я помогу вам всем, чем могу. Я Ванечку никогда не оставлю. И денег у нас есть, деньги у нас есть, потому что. Игнат, уходя, оставил мне хорошую сумму. Все у вас будет, и полный достаток, и ничего. Ну вот, только жалко, что так все выяснилось. Ой, как нехорошо получилось. Все понятно. Пришло время ознакомиться с результатами генетической экспертизы. Принесите, пожалуйста, конверт. с результаты ДНК-теста. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Розанова Семена Григорьевича и Розанова Ивана Семеновича. По результатам настоящей экспертизы Розанов Семен Григорьевич является биологическим отцом Розанова и Ивана Семеновича. Смысл является, суд? Это ваш ребенок? Я отец, что ли? Конечно. А зачем тогда все это было устраивать? Это Вы сами устроили. Какая же ты дура, Оля. Ну зачем ты это все сделала? Доверять надо, чтобы Я не знала, И ну зачем ты все это все выключила здесь сегодня, а? Да я не знала, чей О ребенок. Оля, как же ты не знала, а почему ты Игнату ничего не сказала? Он ведь, уходя, оставил эту боль в своем сердце. Потому что mm -hmm. он mm -hmm. думал. Что его ребенок остается без родного отца, Оля. Да что тут непонятного, чтобы из Игната деньги тащить? Да, Жанна, при чем тут деньги? Вопрос сейчас даже не о них. Я, я даже не знаю, как, как дальше быть. Получается, Ваня мой сын. Знаешь, Ваня останется со мной, а ты забирай вещи и уходи. Я предателей не прощаю. Какие мы принципиальные? Сил нет. А ты не задавал себе вопрос, почему Игнат два года назад вдруг тебя сделал своим компаньоном? Мы с ним так друзья. Тогда дай! Я, я тебе скажу, мы с ним друзья были. Ты идиот должен мне спасибо за это сказать. Это я настояла. Это ну, за что? подумаешь, раз переспала я с Игнатом, зато ты теперь владелец его фирмы. То есть я тебе должен еще и спасибо? Если бы не я, ты бы так баранку и крутил. Я не знала, чей ребенок, но Игнату сказала, что его. Он вообще людям верил, но Лиде попросил не говорить. У него как раз второй выкидыш случился. Но я пообещала молчать, но при условии, что он тебя, идиота, сделает, со владельцем фирмы, ну, плюс мне деньжат будет подкидывать. Ясно тебе? А есть, теперь давай, так разводись со мной, если хочешь. Но сына ты фиг получишь. Это мы еще И алименты на него платить мне будет. Это еще посмотрим. Да, если вы не, не элемент, и и за денег, что ли, все это делать? Тебе не хватало? Далее в программе. А эти, ну вы посмотрите на них, на, на этих женщин. <связывающие> <связывающие> Тетки, нет у вас мужей, и вы только и знаете, что интриги плести. Вы же педагоги, вам вообще не стыдно. Наталья Арефьева, учительница, работает в женском коллективе. Когда в школе появился молодой красавец-физкультурник Антон Власов, Наталья ответила на его ухаживание. В итоге. Женщина забеременела, родила ребенка, однако любовник не хочет признавать сына. Антон утверждает, что между ним и Натальей вообще не было никаких отношений. Прошу всех садиться. Соглашается решение суда. В иске об оспаривании отцовства отказать. Актовую запись об отцовстве Розанова Семена Григорьевича в отношении Розанова Ивана в записи акта рождения не аннулировать. Суд не аннулирует запись об отцовстве истца, потому что его утверждение, что он не является биологическим отцом Розанова Ивана, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Все в закончено. Прошу всех встать. Заседание закрыто, прошу покинуть зал суда. Добилась своего, красавица. Как много? О тебя я узнал, интересно. Живи счастливо, сестричка. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Арефьевой Натальи Ивановны к Власову Антону Павловичу об установлении отцовства ответчика в отношении Арефьева Платона. Ему сейчас 6 месяцев. И взыскание с ответчика алиментов в размере одной четверти от всех его доходов. Ответчик Власов Антон с иском не согласен. Наталья Ивановна, вы в браке с Антоном Власовым не состоите. Какие у вас основания устанавливать его отцовство? Ваша честь. Антон ребенка не признал. В свидетельстве о рождении сейчас стоит вымышленный персонаж. Но я была вынуждена обратиться в суд. Дело в том, что... Ну, Антон не хочет воспитывать ребенка, не хочет помогать, а я одна не могу справиться. У меня из родственников только старенькая мама. Да мы живем только на детские пособия, да на пенсию, поэтому я просто была вынуждена в суд обратиться. А какие у вас основания его считать биологическим отцом Платона? Вы знаете, Антон, он мой коллега. Мы вместе работаем учителями в школе, вот небольшая школа на окраине Рязани, и у нас же женский коллектив в основном. Ну, кто у нас там мужчины? Директор, учитель ОБЖ. И вот начало нового учебного года, вот 2018 год, и приходит к нам новый учитель физкультуры, да еще такой красавчик. Ну, естественно, все обратили на него внимание, и я тоже обратила внимание, конечно же. Но, вы знаете, я как узнала, что Антон женат, я решила, что это запретная для меня тема, женатые мужчины. Слушай, такие вот бабы, как ты, одинокие, для меня тоже запретная тема. Ну, ничего страшного, как бы. И ребенок вот этот не от меня родился, если что. У тебя вообще, это как бы, ты женщина сво Отвеч... своеобразная, Отвеч... одинокая. Ответчик, суд потом обязательно даст вам слово. Продолжайте, естественно. Ваша честь. Сам же Антон не из Рязани, он из Касимова, это 111 километров от Рязани. И он а, так втерся мне в доверие, рассказал, что с женой он не живет, что он ее бросил, что только из-за того, что бросил жену, как раз и переехал в Рязань, и устроился на новую работу к нам в школу, и ухаживал за мной. И знаете, вот я как-то вот, ну, не устояла. И уже в конце вот, сентября 2018 года у нас уже начались отношения. А в ноябре я узнала, что беременна. Я, естественно, Антону сразу сказала, и он говорил, что поговорит с женой, и что он меня любит, и что он разведется. Ну, естественно, я ему верила, он так и помогал мне, и так красиво ухаживал, и провожал меня все время до дома, и говорил, что любит. Я оставила все это в покое, я его не трогала. В июне пошла уже в свой декретный отпуск. Антон в июне как раз перестал уже ко мне приходить, уехал на лето тоже вот на эти каникулы в свой Касимов и не звонит, ни слуха, ни духа ничего. Я 6 июля родила, уже начался новый учебный год, Антон вернулся, ни звонка ничего. Тут я гуляю с ребенком, вижу его, подругу с женой. Ну, я не стала прям на улице подходить, что-то выяснять. Я ему позвонила потом уже позже. А он говорит, что я ему не нужна, что и ребенок наш ему не нужен. Но ну, я просто вынуждена была в суд обратиться. Антон, а вы отрицаете, что у вас были любовные отношения с отцом, с Натальей? У нас не было, естественно, никаких отношений. Ребенок этот родившийся, он не от меня, естественно. У меня вообще есть семья, я не понимаю, почему она ко мне прицепилась. У меня есть семья, у меня есть жена, у меня есть ребенок, ему 5 лет. Да, у нас есть квартира своя в Касимове, у нас там квартира в ипотеке. Мы платим за нее 15 тысяч рублей. А зарплата у меня там была 30 тысяч рублей, когда я работал в школе там, учителем физкультуры. Потом я увидел объявление, что в Рязань требуется такая же есть вакансия, учитель физкультуры. Но там зарплата 45 тысяч рублей. Мы с женой подумали, что неплохо было бы, что я туда перееду и буду зарабатывать эти лишние деньги, которые как раз, ну, я буду покрывать на ипотеку. Мы так и сделали. Я переехал в Рязань, то есть на будние дни я работаю там в школе, на выходные я приезжаю туда к жене, в Касимов. Ну, естественно, я когда пришел в школу, вот эти вот все одинокие учительницы начали на мне на шею просто кидаться. Ну, мне тогда зачем? У меня же семья, дети. Так, хорошо. То есть у вас отношения с семьей, вы примерный семьянин. Ну, да. На выходные вы ездите всегда с семь... домой к себе. Да. А почему же тогда, естественно, Наталья вот к вам с таким иском в суд обратилась? Я не знаю. Мне кажется, она хитрит, это Наталья, если честно, потому что она постоянно какие-то вот лазейки придумывает, такие, не знаю, вот грубо говоря... Да уже... это не лазейка, она просто утверждает, что у вас была любовная связь, в результате которой на свет появился Платон. Да не было у нас никаких отношений, Ваша честь. Она просто один раз в школе попросила меня прийти, помочь ей в школьном классе собрать ей полку для книг. Я пришел. Потом она зазвала меня к себе домой. Говорит, почини мне кабинку душевую. Эту кабинку я подчинил. Она говорит, ну пойдем чай попьем с домашними пирожками. Ну, я не отказался, домашние пирожки люблю. Не так, как часто ел тогда. Сижу на кухне на табуретке, ем этот пирожок. Заходит Наталья в халате, в прозрачном, с перьями, говорит, пойдем в спальню. Я этим пирожком чуть ли не подавился, вскакиваю и говорю, слушай, ну ты вообще понимаешь, что говоришь. Вскочила и убежал оттуда, естественно, как бы тапочки чуть не потерял. Я думал, Конечно. что Наталья, если честно, все поняла после этого, после этого происшествия. Но нет же, она по-прежнему продолжает меня преследовать. Приносит в школу эти свои пирожки. Ждет меня возле школы постоянно, говорит, пойдем мне ножи дома наточишь. Она мне задолбалась, честно, ваша честь. А вы не пытались ей объяснить, что не хотите с ней отношений? Ну, пытался, но она как-то как будто меня не слышит. Вот это все попусту мимо ушей как будто пролетает. Я уже в один момент не выдержал, я обратился к директору нашей школы, к Тарасу э, Геннадьевичу, попросил э, разрешить наш вопрос. Ну, он поговорил с ней потом э, в кабинете, сделал ей устный выговор. Наталья на меня тогда обиделась. За сексуальное добогательство? Подождите, пожалуйста. Я не знаю, как, ну, он с ней поговорил просто, наверное, как-то по-человечески, не знаю, попросил ее отстать, может быть, от меня. И Наталья на меня за это заточила. Она сказала, что отомстит мне за этот поступок. И потом, когда родился вот этот ребенок, который не от меня родился, я фиг знает от кого. Она начала по школе говорить, что это ребенок мой. Теперь вот этот иск в суд. Я вообще не понимаю, что она хочет этим добиться от меня. Поэтому, ваша честь, я не знаю, давайте пригласим моего первого свидетеля. Это моя жена. Елена Андреевна, она мне поможет хоть как-то разобраться в этой ситуации и докажет, что этот ребенок никак не связан со мной. Думаете, докажет, да? Да я уверен. Власову Елену, пожалуйста, пригласите. Да, а я, я же тебя... меня звала, туда. да ты сам ко мне приходил. Что тебе сделать? Что тебе? Давай, провожу. Елена. Елена, я понимаю, что вам, наверное, очень неприятно сложившаяся ситуация. Ваш муж Антон говорит, что вы можете доказать, что его коллега Наталья никаким образом не могла иметь с ним любовные отношения, пока он проживал в Рязани, а вы, соответственно, в вашем городе, который находится в 100 километрах от Рязани. Пожалуйста. Конечно, ваша часть такого просто не может быть. Почему Но... же такого быть-то не может? Антон не мог сделать ребенка, это Бабе, вы понимаете, он просто маниакально предохраняется. Я пью таблетки, и он всегда использует средства защиты. И вообще, у нас есть сын. И я ему предлагала: давай заведем еще одного ребенка. Но он говорил, что мы и так с Лешкой еле справляемся, потому что денег очень мало. Вы поймите, у нас с мужем очень сложная ситуация финансовая. Я работаю мастером маникюра. И клиентов у меня практически нет. Все, на что мы живем, это вот деньги Антона. Плюс у нас есть ипотека. Да даже если бы он захотел пойти налево, уж точно он бы предохранялся. Что ему потом элементы платить? Елена, а скажите, пожалуйста, суду. Вот у вашего мужа не было никогда романов на стороне. Он же второй год живет в Рязани. Я своего мужа не никогда... Вы живете отдельно? Да, от мужа. да, все правильно. Я своего мужа никогда на измене не ловила. Конечно, когда он сказал, что переезжает в Рязань, мне это не понравилось. Но вы поймите, 15 тысяч рублей для нас, это большие деньги. Это как раз на ипотеку. Мои подруги, конечно, мне говорили, что посмотри, какой он у тебя красавец, он молодой, он живет там один. А что он делает, с кем он живет, ты же ведь не знаешь. И я накрутила себя. Я поехала в Рязань. Поздно ночью собралась, без предупреждения, приехала к нему в общежитие. И что вы думаете, мой Антоша, он спал, было 9 вечера, и он так обрадовался, что я приехала. И говорит, что, Мила, я так тебя рад видеть. Поэтому, женщина, вспоминайте, от кого вы родили ребенка, и не трогайте моего Антона. А я буду трогать вашего Антона, потому что он является отцом моего ребенка. Приехала она, после бурных похождений он там отдыхал, а ты обрадовалась. Ваша честь. Пожалуйста, пригласите теперь моего свидетеля. Это Лукьяненко Юлия Алексеевна. Вот жена говорит Антона, что он нигде не был замечен, что он никогда не изменял. А вот Юлия Алексеевна скажет всю правду. Пожалуйста, пригласите. Она учительницей раньше работала вместе с Антоном. Она из Касимова. Угу. Лукьянова, Юлия Алексеевна, пригласите ее, пожалуйста. Сейчас еще Юль все скажет. Юля, все, здравствуйте. все станет известно. Здравствуйте. Юля, расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас пришли в суд свидетелем поддержать исковые требования Натальи. Она утверждает, что Антон является биологическим отцом ее сына Платона. А его супруга утверждает, что он ей не изменяет, а даже если бы изменил, то обязательно бы предохранялся. Ваша честь, я сама была беременна от Антона, мы были любовниками. Наталья еще до, до суда приезжала в Касимов, э, узнать про Антона. Мы встретились, поговорили, я рассказала ей свою историю, что 4 года назад я устроилась учительницей музыки в ту же самую школу, где работал Антон. Девочки мне сразу предупредили, что он жуткий бабник. Но он начал за мной ухаживать, хотя уже тогда был женат, и у ребеночку был один годик. Он мне напел то, что с женой живет плохо, собирается разводиться. Ну, как бы я повелась, закрутила с ним роман. У нас получился я, получилось, что я забеременела. Ну, дальше он как бы сказал, что не собирается разводиться. Угу. Ну, а что мне делать? Я сделала аборт. Антон, скажите, потому что вы с Юлей знакомы? Были у вас с ней любовные отношения? Да брехня полная, ваша честь. Не было никаких у нас отношений. Юля, если честно, это просто моя бывшая коллега. Мы работали вместе в школе. И она как раз-таки вот из этого числа вот этих вот одиноких вот недолюбленных барышень, которые вешаются постоянно на шею. Ну, мне-то что с того? Одну сказочку для всех угу. придумал: что с женой он разводится, что не любит. Видите, как Антон относится к дамам, которые работают в школах. Недолюбленные, говорит: внимания вам не хватает любви. Вешайтесь вы все на него на несчастного. Жертва! Это мы-то мы на подлость способны, а не ты ли первый подлез Ваша честь, я поставила ему условие, что аборт сделаю только в том случае, если он уйдет из школы. Ну, тогда он прикинул, что лучше, я с маленьким ребенком от него в, горо в маленьком городке, либо он увольняется из школы, уезжает из города, а я делаю аборт. Ну, так вот он и сделал, уволился по собственному желанию. Уехал из Касимова. Я сделала аборт. А вот Наталья молодец. Смелая женщина, не побоялась родить. Бедная его жена. Вот не повезло же ей с мужем. Да actually. что ты мелешь вообще? Ваша честь, мне очень повезло с мужем. Мой Антон, он прекрасный муж. А эти, ну вы посмотрите на них, на, на этих женщин. Mm -hmm. Тетки, нет у вас мужей, и вы только и знаете, что интриги плести. Вы же педагоги, вам вообще не стыдно? Лен, перестань. Ваша честь, а... Могу я попросить пригласить еще одного моего свидетеля. Это наш учитель ОБЖ Михаил Федорович, который, в принципе, должен мне помочь одолеть вот эту вот всю неправду и докажет, что этот ребенок наконец-то родился не от меня. Пригласите, пожалуйста. Фидосов Михаил Федорович, пожалуйста, пригласите. Приехала один раз, приехала, он отдыхал Михаил, после здравствуйте. гулянок любовных. Здравствуйте. Ваши фантазии? Михаил, здесь вот ваши коллеги, Наталья, Антон. Антон. Наталья считает, что Антон является отцом ее сына Платона. Антон говорит, что вы это можете опровергнуть. Пожалуйста. Я вам совершенно точно могу сказать, что Антон Власов не является отцом ребенка. А почему вы в этом так точно уверены? Он пришел к нам в школу в 2018 году в сентябре. И сразу же весь женский коллектив на него положил глаз. Он это уже говорил, жаловался. От него просто глаз не сводили, все за ним бегали. И, и, и вот эта вот Наталья, она у нас не самая красавица. У нас есть девчонки помоложе. Есть 25-летняя учительница истории. Там просто кровь с молоком. Вот. И она мне, кстати, по большому секрету говорила, что Антон ей очень нравится. Вот. А поскольку в нашей учительской, в учительской как, как, как в сарае среди куриц, все сидят, перетеряют косточки мужчинам. Вот, и обсуждают, у кого, с кем, что было. Поэтому это исключено, все бы знали об этом. И в учительской как раз... Что так, исключено? Всегда... Отношения Натальи и Антона? Конечно. Потому что если бы они были, все бы об этом знали, Конечно, и говорили об, об этом, учительской. Она бы как минимум сама бы там разболтала с девчонкам. И, и они все, кстати, как одна считали, то, что Антон на баб не ведется. И его ни, ни коротенькой юбочкой, ни декольте, не тем более там какими-то пирожками не подкупишь. А вот Наталья говорит. А, что... Уж так не ведется, что на меня повелся так, что родила его. А вот вы уж уверены, не ведется. Михаил, что ничего между ними не было. Вот абсолютно верно. Просто потому что в учительской об этом девушки не говорили, учителя. Я знаю все, что происходит у нас в школе. Я знаю даже то, что одиннадцатиклассницы многие ухаживали, бегали за Антоном тоже. И Тоже вы... это в, смысле, в том смысле, что за вами они крутили хво... ну, нет, за, за вами, нет. за Антоном. А перед ним хвостом крутили, за ним бегали. Значит, это, представляете, физкультура, урок физкультуры. Вот такие вот шортики, вот такая вот маечка. Вот, ну, в общем, все у них хорошо. Они у... нос любой учительницы могли утереть. А внешность, ну, как у модельки, понимаете? Я даже однажды у Антона спросил, говорю, ну, а что ты теряешься-то? Ну, такие девчонки вокруг. Жена далеко, ну, почему не заводишь это а отношения? Он что на это? Он мне говорит, что это все грязное отношение, что он не собирается изменять свои супруги. Да, Наталья просто всех за нас водит. У нее да. был мужик то я помню. Этот Ладно, момент, мужик. когда я приходил к ней, она меня заманила к себе домой говорит: прибей мне полку. Я прихожу, обратно шел, встретился с ним. Его зовут Василий. Я встретился с ним на площадке, и он там мне по морде, тогда я съездил. Говорит: я тебе покажу полку. Потом, Уж значит, вдруг, Наталья подает иск в суд. я встречаю этого Василия, рассказываю, все как есть. И оказывается, что Василий тоже обратился в суд по этому вопросу. Да, действительно, Обла обратился Сухачев да. Василий Юрьевич. Пригласите его, так пожалуйста, в зал суда. Тот одной, тот второй, вот тот третий. Вот и ты третий. со своими разберись, сейчас поймем, кто Василий, здесь. Василий, здравствуйте. от жены. Расскажите, пожалуйста, Василий, суд... Наталья, вы являетесь поискового Василия ответчиком. Расскажите, пожалуйста, какие у вас отношения связываются с Натальей и на каком основании вы считаете, что является биологическим отцом ее сына? Ваша честь, я уверен, что я отец Платона. Потому что, во-первых, Наталья, она мой сосед. И у нас на протяжении пяти лет тянется вялотекущий, но роман. Также Наталья спит со мной. Как говорит она, это для этого, а именно как она поясняет для женского здоровья. То есть Распит с вами еще и поясняет, для чего. Вася, да если у нас с тобой было что-то там два или три года, года назад, да это ж ничего не значит. Боже мой, зачем ты сюда пришел? Да, Позориться, зачем? Вась. Иди. Я пришел, потому что я отец твоего Платона. Ваша Ой. честь, Наталья мне очень нравится. Я даже предлагал ей, Наталья, давай станем жить вместе. Но она мне отказала. Сказала, что я мало зарабатываю. Сказала, что я некрасив. Согласен, не Аполлон. Но у нас в Рязани на рынке женихов я неплохо котируюсь. Не пью. Какую-никакую копейку зарабатываю, в дом приношу. Наталья, ну подумай, ну зачем тебе этот красавчик? Он женат. Тебе ловить вообще нечего. А я буду хорошим музом. Я отцом для Платошки. Да я даже Хорошо. в страшном сне не могу подумать, что я выйду за тебя замуж. Натас, Иди ну что ты, ну ты, послушай, это человек. Можешь ли увидеть в страшном сне? Не можете увидеть в страшном сне? Но ведь вполне вероятно, действительно, что Василий отец Платона. Если у Вас с ним были отношения целых пять лет, Нет, вашей, у вас какие вообще? Замуж почему вы считаете, выиграть, что вы отец Платона? Сына. Потому а что у вас не длительные ребенка. отношения пять лет? Женились бы тогда? Или она совсем не хочет, а вы наоборот хотите? Ну, да, она не хочет, я хочу. Но опять же есть детали. Например, в 2018 году я точно помню, что мы с ней занимались сексом несколько раз. Затем в 2018 я... году вы занимались сексом? В несколько октябре. Раз. В октябре месяце, да, я точно помню. Вот, потому что, почему я помню, у нее потом после этого появился живот. Потом у нее начал происходить все больше и больше. Затем произошли роды. Естественно, я начал вычислять, вспоминать. Поэтому эта дата у меня в голове, она осела. Так, Вы ваша хотите честь... установить, о собственно, не жениться потом, да? О, да, у, вас... у меня были такие планы, жениться, но она мне отказывает. Угу. Потом, естественно, я встретил ответчика. Ответчик мне Власов пояснил, что здесь будет суд. Естественно, я пришел сюда. Мне жалко его, ваша честь. Что он там посчитал? Отец моего ребенка Антон ж ты отказываешься от человека сразу? Видишь, он тебе руку сердце предлагает. Прими, выйди замуж. Да а я хочу, своего, чтобы вот ты сына. принял а своего ребенка своего. и платил алименты, как положено. Шишина, Таля, сюда я думаю, что э, пришло время ознакомиться с результатами генетических экспертиз. Ответчика от Антона и Сца Принесите, пожалуйста, конверты. Наталья, он не нужен тебе. Вася, мне тебя вообще жалко, боже мой. Не вас жалко. Иди. Смотреть мне эту комедию. Итак, и сначала тишина в зале суда. Оглашаются результаты генетической экспертизы Власова Антона Павловича. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Власова Антона Павловича и Арифьева Планто Платона Антоновича. По результатам настоящей экспертизы Власов Антон Павлович... Является биологическим отцом Арефьева Платона Платон Антоновича. Ну что, Антон, будешь дальше продолжать говорить, что у нас с тобой о ничего не было, да? Ой, Наталья, вот это ты подлая, конечно. Как, Наталья подлая? Мы говорили же о предохранении. Вы жертва, она подлая. Вы отец. Что мне, по-твоему, Юльки, что ли, было мало? Опыт-то какой у меня был? Урок получила. Продолжение истории не побоялся, да, Антон? Вот Наталья, молодец, и ребенка родила. Не побоялась. И алименты получать теперь будешь. Эх, надо было им мне рожать. Тогда бы и я сейчас мамой была. Но только одиночка что-то не очень хочется быть. А ничего, Юля, родишь. И родишь от какого-нибудь нормального мужика. Не такого, который там в уши говорит одно, жене второе, потом бросает детей своих. Ужас просто. Антон, как ты мог? Как ты мог? Ты же мне обещал, что вот с этой Юлей, это твоя законченная история, ты больше не пойдешь налево. Я тебя два аборта сделала, потому что ты мне сказал, что мы не будем больше заводить детей. Как ты мог вообще? На что мы будем содержать? У нас ипотека. Лен, прости, пожалуйста. какое прости? Вон, иди туда. Ну вышло. Ну я сам не понимаю, как это все произошло, понимаешь? Ну как-то... Не понимаешь? Ну как-то... Ну ты Ну ты такой жук. Ну ты бы мне хоть рассказал. Я же все знаю, что в нашей школе происходит. Ну как я не досмотрел-то? Ну, Все, да, год не будем говорить, что обсудить да у нас вот именно, вот у вас теперь тема появилась. Что собираетесь делать, ответчик? Будет установлено ваше отцовство, вы будете обязаны платить алименты на содержание Платона. Долго платить будете? Я не знаю, ваша честь у меня, как известно, у меня жена, у меня ребенок, я не знаю, мы еле-еле свой бюджет до концы с концами сводим. Я не так понимаю, пожар. какие алименты вообще, как. Ну... Это просто невозможно, мне кажется, платить эти элементы. Как невозможно? Закон, твой. твоя У меня, У меня нет денег, я своего ребенка-то еле тяну. А тут еще этот. Тут еще этот. Нет, ты слышишь, Наталья, что он несет? Наталья, послушай. Вы понимаете, что проживать он с вами не будет? Я понимаю, но я хочу, чтобы он признал этого ребенка. Потому что это его ребенок, и чтобы он платил элементы. Василий, Платон, не ваш сын. Ну и что? Ну и что? Наталья, Такой может, пандал. рискнешь? Выйдешь за меня! Платону нужен отец. Правильно? Правильно. Правильно. Затем можно родить своего общего ребенка. Ну неужели ты правда готов воспитывать чужого ребенка? Как же я не посмотрел это на тебя с другой стороны. И рядом всегда был, и пять лет за мной хвостом а ходил. Смеешься? И хоть чуть-чуть, но зарабатываешь, Вась. Ну, жалко мне тебя, но... Давай попробуем. Ладно. Суд отоляет для внесения решения. Прошу Такой всех садиться. Позор. Оглашается решение суда. Из Корифьевой Натальи об установлении отцовства ответчика и взыскании с него алиментов удовлетворить. Установить отцовство Власова Антона Павловича в отношении совершеннолетнего сына и сца. И указать в актовой записи о рождении Арифьева Платона в графе «Отец Власова Антона Павловича». А также взыскать с него алименты в размере одной четверти заработка и иного дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка. В иске Сухачева Василия Юрьевича об установлении отцовства отказать. Судебное станет закрыто. Что мы будем жить? Ну что, Антон, будешь теперь платить больше 11 тысяч алиментов. Судебное закрыто, А вы наживились. Я не ожидал, серьезно.